Будем страдать. Кто это? Я. Подними руку. Подними руку, кому будет больно. А я такой там говорю: о, сегодня будем быстро ехать, слонов нету, бля, будем мчать на заднем колесе просто. Пристраивайся сзади. А нет, тут будет прям немножко боль для кого-то. Еще резина такая лысоватая. У нас мастерская на колесах. Пытаемся спустить амортизатор в регульмото. Спорт плюс. Так, ну что, тут ты это открутил? Крутил, осталось. Все такие перчатки прям. Тебе спорт нужен, чтобы ты на спорте. А почему со спорта люди пересаживаются на эндуро? Неинтересно. Неинтересно. Любой дебил может, блядь, по городу 300 км в час проехать. Ручку да. Выжал, он сам прямо едет. А ты попробуй между деревьями проехать со скоростью 5 км в час, блядь. Я говорил, канистра не доедет. Блять, отвалилась, сука. Да. Ты говорил, хвост отвалится. По жопе как дала, еду такая пиздюля с ног. Дудах! Врачивать канистру нет, она летит там где-то. Поедим или нет? Шо? Можно немножко. Я вас не узнаю. Ура! Только 150 калорий, не больше. За 4 крупные сяпки покажи. Короче, стоим, ждем. Там у нас минус пассажир. Долго. Тут у нас строят БРЗ. Всю правду матку расскажем.
Сейчас эндуро-база. Эндуро-база, что за, за дела, блин, Бурзе троит? Просто нас пополам. До этого ехал. Нет, он через воду ехал, у него начался фигня. Он еще до этого ехал. Свеча нормально закручена. Да, и колпачок подергай. Подергай колпачок, хорошо попробуй, посади его, если даже сильно. Блять, там все горячее. Так ты ж в перчатках, ёпты. А что у тебя там? Перчатки? Так, все как всегда, все тот же мотоцикл. Все тот же мотоцикл. О, уже половина мотика нету. Заведем мотоцикл другой. БРЗ, эндуро база. Да, пускай он. Мы, короче, компрессором продували. Потеряли часть людей. Сидим в какой-то деревне, ждем. Телефонов нету. Блять, а как по-другому? Сейчас там Дёня пошёл. Вот там дальше, ну, на выезде. Погнали! Давай!
сзади проехать. Давай, давай. О, ну не хочет. Объезд есть. Да ну нахер, я писать хочу сразу такой. Бля, так там вообще нормально. Нет. Там фильтр даже. Не. Надо объезд, там глубоко слишком. Там по все колеса, там, считается. Там... Минчиков не жалко, но я не хочу умирать. Вот и все. Так, мы сейчас ищем объезд через Ислач, потому что там декватор проехал слишком глубокий. Не боимся, только один Сеня Сергей проехал. Сейчас нам Санек Боровлянский сказал, что надо ехать вдоль речки. Тут где-то можно как-то ее проехать. Вот, сейчас мы едем, ищем. Надеюсь, найдем. Вот по следу его еду. Помятая трава. Аккуратненько к газку и поедешь. Блин, я не снял. Вот и дождь пошел, а мы все ищем брод объехать. Как? Решили по дороге. Вот нам, наверное, километров 10 надо бежать. Встречки не хотим, а им туда. Это был марш-бросок километров 12. А? Что вы тут газовали? Я думал, вы уже переехали. А, везде глубокое. Мы уже голодные опять. Уже поели, встали. Потом опять поели. Ну, теперь будете ждать нас. Ну, мог бы постоять уже. По дороге. Дорога называется? Сусанин, бля.
Поехали, я тут нашел переезд, мы выйдем с другой стороны речки в деревню. Ну, туда поехали, какая разница. Да. Ну, чуть-чуть так время бы сэкономили. Ну, там полчаса. Как вы пытались есть, ну, что-то переехать? Искали мостик, там тропинка уже была на карте. Метеоритное озеро, приехали. А почему оно метеорит упал? Да, а? Видишь? Крутое сделано. Главное не уйти вниз. Да, я еще пытался найти вниз. А я помню, мы здесь же катались. Там надо прыгать, да? Надо, бляха, нихера себе ты прям попал. Я за тебя! Пожуй! Даю. Я серьезно говорю. О, бля. Сейчас, кто ты? Здоровый, ёб твою мать. Ну! Так это кто? Русил помог? Передачу выиграть выключить. Блядь! Ёб твою! Что за хуйня? Начинается, ну, блядь, там тоже пизда. Блядь, пиздец. Что? Мне это дождик как бы. У меня, блядь, эти трусы уже натерлись. Ну хуля, я намочил. Сейчас не ложу. Ты в ним лучше медленнее, а то, ну. Батька, понятно, старый уже там, что там уже, блядь. А тебе еще детей годовать. Да. Я же так влетел. Влетел тоже? Так у меня же колесо новое. Что, не видишь? Я вижу, что оно горит, когда едет он. Ну, типа. Это AliExpress тюнинг. Ну. О. Я тоже себе такой поставлю. Зависли на заправке в Бакштах, гроза на улице, все вырубили на заправке, и сейчас кофе я даже себе не смогу сделать. Вот, ничего не работает, там гроза, ливень, мы заправились частично, все, кто смог, люди подбегают. Вот такой вот ливень. Она вот упала, но пока долетела. Вот конечно, она здесь пошла. Не туда? Да. Не туда? Не? Да. А. Вот все там жрё отходит. Все, отличная погода, мы по ходу скоро поедем. Ой, тут зума нету такого. Она и стала слабее. Нормально, чуточку захватили.
Зато прям красота. Нихуя, там не намокли, сейчас намокнем, блядь. Не топит на эту кучу, блядь. Это чисто. А что, у нас ралли или что, я не понял? А? Да? У нас ралли или что, блядь? Газуй, блядь. Да? Когда газанул, пизда, меня, блядь, посекло всего. Вот когда ты ускорялся. Видишь, я даже сбоку еду, все равно нахерачу. Блядь, ну секло вообще. Мы эту кучу догоняем. Но, мы в лес въезжаем. А, дубак не было, да? Да. Ой, бля. Да. Я заснял. Я заснял. Все, старый, объезжай уже. Все. Руки не держат. Ты ж рассказывал, что это, ногами управляешь, типа, да? Вообще не устаю. Бля, да. Садись ты на этот уже малый мопед, отдавай эту цену. Это, кстати, здесь видно, что снимается, типа, ну. Я включаю, он моргает. И нет, я сам себя вижу. Да? Блять, руки вообще не держат, блядь. Ты вообще как будто бухой, такой хуяк, бля, на жопу, блядь. Я рассказывал, зажимаю ножками, мотоцикл плывет, о, блядь, я не устаю. Нам походу обратно? Ну, надо ехать хочешь. А, ну вон они там.
Ну что? Цепь подтягивает. Что, гоним? Сколько еще? Метров 50. А мне тогда нужен бензин литр. Плаваль за горами, блядь. Денис, дай трохи этого. 15 километров. И уши болят. Снимать шлем, блядь. Все, уже сели. Короче, 2:30. Мы почти что приехали, но решили заскочить. Приехать сюда. Хватит, не хватит, да? Ну. Кахнул, блин. Ну-ка, у тебя полный бак? Ну, 3 литра влезло. Блять. Ты не доедешь, боялся? Я не видел сколько. Ну, бывает. Ну, бля, точно доедет. Точно. Так будет потом всем закидывать за бензин. А я, блядь, ну ебу. Ну 3 литра, бля, значит 3 литра было. А я слышу болты. Вань, главное не попрасывать. Да, мы сейчас до Вишневки. Да, и потом никуда. Ну. Ну что, ты рад? Ой, как я рад. Так, надо... Надо сфоткаться. Замерзли, сейчас валить все время. Встаньте как-нибудь, дети, в круг. Давайте сфоткаться. Кого ты попросил? Давай, селфи. Да нихуя вообще не видно. Может как-то так. Вот так вот отлично. Пойдет. Все. Да, все, всем спасибо. Все свободны. Всем. Все молодцы. Здоровья.